потрясающий фильм, который держит напряжение от первого кадра до последнего. При просмотре этого фильма ты понимаешь, каким должен быть настоящий мужчина, каким должен быть пример для подражания для детей. Этот фильм обязательно нужно показывать в школах, чтобы дети понимали, какими нужно быть именно мужчинами. Тут уже не важно, какой он был спортсмен, каким он занимался спортом, а вот именно важно, что человек занимался мужским делом и вел себя как настоящий мужчина. Был примерным мужем, скорее всего, отличным другом, настоящим спортсменом. И, берет гордость за то, что у нас в стране есть такие люди. И, конечно, безумно жаль, что все это произошло. Я безумно переживал, когда эта трагедия случилась в 2011 году. Мне кажется, вся страна следила, я тоже следил за этим. И боль от этой утраты, она не покидает. Вот прошло уже 9 лет, а она по-прежнему такая же сильная. И, тяжело об этом говорить, и тяжело, что человек от нас ушел.